Ростовчане, всем большой привет! Не знаю, как вы, а я лично уже ощущаю приход осени. По утрам даже слегка замерзаю. Сегодня на улице плюс 28, свежо. И, разумеется, я не забыла о нашем любимом народном календаре. Напомню, 30 августа, Миронов день. И наши предки верили, если вдруг на восходе будет красное солнце, значит, день будет ветреным. А также, если мы заметим золотистые рассветы и закаты, значит, ближайшая неделя будет очень теплой. Кстати, синоптики прогнозируют завтра дня потепления, а вот насколько градусы вырастут, расскажу вам я через полминуты. Я уже в студии, готова говорить с вами на языке цифр. Поговорить есть о чем. За окном намечаются перемены. Причем осень на подходе, а перемены летние. Ночь ожидается такой же комфортной, плюс 21 под луной. А в последний день лета воздух вдруг нагреется до 32 градусов. Август уходить как будто и не собирается. Ветер при этом чуть притормозит и будет дуть с востока со скоростью 4 метра в секунду. На барометрах те же цифры – 755 миллиметров ртутного столба. Дождя с абсолютно безоблачного неба не ожидается, и влажность воздуха по-прежнему низкая – всего 19%. На этом у меня все. Увидимся!